вот уже сегодня исполняется 3 месяца с того самого момента, как я оплатил, и платеж не прошел. За это время я трижды ездил в МФЦ, где мне говорили о том, что база МВД не обновляется. Именно поэтому у меня такая вещь в личном кабинете. Вот такая вот штука. Что делать дальше? Хрен его знает. В МФЦ ездить смысла я больше уже не вижу. Вот. Ну, будем смотреть, что будет дальше со всем этим мероприятием. Я надеюсь, что МВД когда-нибудь обновит базу. Вот и выходит как-то странно. Они вроде бы говорят о том, что нужно заплатить вперед на несколько месяцев, пока не закончится чемпионат мира 2018. Потом объявляют о том, что выехать из города будет проблематично, въехать в город будет проблематично. Вот и сами создают такие условия, чтобы сайт не обновлялся. Странно. Вроде бы как и милиция останавливала, проверяла патент. Говорили, что все в порядке, типа. Вот, но тем не менее в личном кабинете отображается все не совсем чисто и гладко. Это очень сильно уже напрягало в самом начале. Теперь же это уже не так напрягает, сколько просто непонятно, зачем так делать, почему, что случилось, почему не обновляется база. Одна женщина там вообще в ВКонтакте написала, что 3 месяца у нее назад, 3 месяца была задолженность. Значит, получается, сейчас уже задолженность на полгода. Как-то так.